Тема у нас с вами сегодня просто потрясающая, потому что сегодня сосредоточимся на самых классных, интересных, трендовых, стилистических фишках и приемах новых сезонов. Кстати, сегодняшние луки мне нравятся как-то особенно. Думаю, что вам будет интересно их разглядывать. Так что давайте скорее начинать. Все ссылки, бренды, промокоды ищите внизу в инфобоксе под видео. И смотрим первый лук. Итак, довольно сложный прием, который многим полюбился. Как раз таки за счет того, что это можно сделать очень по-своему. Это сочетание брюк и юбки в одном луке. Причем как брюки у вас могут быть абсолютно любыми, от джоггеров до джинсов, так и юбки могут быть самыми разными, любой длины, фактуры и формы. Я, например, взяла свои широченные джинсы Витмо и подружила их тут со своей кружевной юбкой. Мне очень нравится сочетание вот этого грубого денима и полупрозрачности, кружева. Он такой прям контрастный, как я люблю. И тут сразу еще один прикольный приемчик. Это когда вы часть юбки буквально подвязываете шнурком, какой-то ленточкой, либо подкалываете булавкой. Либо в одном месте, либо в нескольких. На что хватит фантазии и какие драпировки, в каких именно местах захочется получить именно вам. А я, например, снимала один рилс, там булавками пользовалась, немножко по-другому это выглядело. Еще один крутейший подиумный прием, который просто заполонил сейчас показы осени 24 уже. Это, по сути, сочетание прозрачности с прозрачностью, полупрозрачной фактуры, как здесь, например, сетка какая-то драная, плюс кружевной лиф. Сочетания вещей, понятное дело, могут быть самые разные здесь. Главное подружить вот это вот наслоение, чтобы получился такой объем. Ну и, в принципе, я лично решила, что на этом мне тут фишек уже хватит. И дополнила все это классной базой, лаконичной довольно-таки сумкой простой, без наворотов, и роскошным базовым бомбером правильного фасона, крутейшего объема, ничего лишнего, просто такая вот минималистичная, аккуратная вещь трендового фасона. Это я нашла в новой коллекции Nice One, если что. По каким-то деталям, украшениям вы сейчас видите. Когда мы говорим о том, чтобы сделать образ более индивидуальным, конечно, без этого сейчас никак. И как вишенка на торте, я считаю, у меня здесь выбор часов. Это вот такой Total Black вариант. Тоже смотрите, сколько тут фактур прикольных, которые играют, смотрятся очень так характерно. И этот вариант я обнаружила в новой коллекции Guess. У них много чего интересного вышло. Ссылки на официального представителя, где это можно все приобрести, как и говорила, оставлю внизу в инфобоксе. У второго лука будет две версии. Можете написать, какая ближе, чтобы попробовали. И здесь я пользуюсь тем же приемом, только вместо брюк я беру плотные леггинсы, прям полноценные. И в качестве юбки я уже беру плотную мини в сочетании с ботильонными носками с острым мысом. Получается такая единая конструкция. И, ну, довольно-таки у многих брендов были и есть в коллекциях такие странненькие варианты. То ли низов, то ли обуви, когда это такая сплошная, в общем, штука. У Balenci были, у Margiela совершенно точно. Либо еще прикольный тоже прием и вариант, когда колготки такие плотные натягивали на обувь, тоже чтобы получить вот эту вот единую конструкцию. При съемке, возможно, был ярковатый свет, и будет разница читаться между обувью и леггинсами, но в жизни это просто реально такая единая конструкция на вид. Стилистический прием, который еще очень удобный. А можно, естественно, так с цветом поиграть, будет вообще бомбически. Тут главное попасть. Наверх я беру свою классную такую воздушную рубашку и галстук. Если тема с галстуками поднадоела, то можно взять себе бантик, это еще один прием. Кстати, бантиков, мне кажется, прям много уже, наверное, быстро надоест. Но, опять же, это вопрос сугубо индивидуальный, кому что надоело, не надоело, поэтому я предлагаю пользоваться всеми этими приемами именно как вдохновением, да, опираться именно на свои ощущения. Вот лично вам сейчас, например, нравится, потом там надоело, либо вы это решили сделать именно фишкой своих луков надолго. Короче, пользуйтесь себе на радость. Так вот, сверху я все это решила разбавить чем-то более неожиданным. Взяла вот такое пальто из Экомеха, это Он Лими, вышли новинки очень крутые. Они сейчас потихоньку обновляют свою весеннюю коллекцию. Вот, я взяла постилизовать в такой серо-голубой интересный вариант. И тут еще одна фишка, которую я лично очень часто проворачиваю со своей верхней одеждой. Я часто воротник подворачиваю вовнутрь, и получается какой-то другой силуэт уже. Но в любом случае, вот это пальто, например, круто смотрится и как есть, и с вот таким подвернутым вариантом от меня. Я прям люблю так делать, вот реально. И, кстати, это никак не влияет на то, как вещь застегивается. То есть абсолютно так же. Да, ну и самые внимательные заметили, конечно же, очки в стиле Office Siren, которые тоже сейчас помогают делать образы поострее. Насколько быстро это будет казаться заезженным, ну, время покажет. Но, опять же, я бы не парилась. Если нравится, здесь проще. Это не гонка. И в качестве еще одной такой красивой фишки, детальки, я сюда беру часы Guess в, я бы сказала, винтажном стиле, какой-то вот винтажной эстетике. Для меня в них есть что-то ретро. Ну и плюс я обожаю такую форму, которая как украшение. Я не раз показывала, что это круто работает в образах. Так, а я тут тем временем чуть не забыла вторую обещанную версию, а она ведь не менее симпатичная. В этой версии больше обыграна бельевая история, то есть на ту же основу я просто добавляю другие детали. И лук уже совершенно, кстати, по-другому читается. Вместо галстука я как раз-таки беру, завязываю ленточку, шнурок,
Вообще это все что угодно может быть, что понравится. Где только эти бантики не появляются, правда? Мне, кстати, на шее больше всего почему-то нравится. Так вот, здесь я делаю бра элементом образа. То есть делаю его видимым. Приоткрываю. Это можно делать больше, меньше. Там все зависит от того, насколько хочется это сделать, куда вы идете в этом, ну и так далее. Плюс, конечно же, можно добавить верхний слой еще какой-то типа массивного пиджака. Все это еще будет сложнее, как-то уравновешеннее. И я хочу использовать, не знаю, сколько здесь видно получилось, массивный ремень, который будет надеть достаточно низко. Такую фишку с ремнем, или же с ремнями, кстати, можно проделать на джинсах, которые чуть-чуть спущены на нижней посадке. На мини-юбках очень круто. Можно на юбках, да, середины колена. Тоже здорово. Номер 3, тоже две версии. Даже не знаю, какая мне больше нравится. Ну, во-первых, здесь контрастное сочетание классных объемных джоггеров и все тех же ботильонов. Дальше снова вот эта фишка, когда у нас две прозрачности объединяются во что-то единое, и мы получаем объемную фактуру, которую хочется разглядывать. У меня это кружевной лиф и та маечка, которую вы уже видели в видеотрендах. Белая очень полезная штука для стилизации. Хочу еще черную такую купить, если она у них осталась, потому что наслоения получаются просто офигенные. Ну и клетчатые рубахи там. Триумфальное возвращение как раз-таки из десятых. Сейчас много чего оттуда идет, как вы знаете. Но, как я всегда говорю, нас интересует сочетание желательно на новый лад. Какое-то новое свежее прочтение. Поэтому клетчатая, большая, оверсайзная, прекрасная рубаха появилась именно здесь. Кстати, смотрите, как здесь круто вписались те же фактурные часы. И вот еще одна версия этого лука. Здесь прием с рубашкой, которая повязана на поясе. И наверх я надеваю очень крутую косуху. Она прям выглядит очень так аутентично, но при этом она не тяжеленная и не дубовая. Вот кто любит более такие лайтовые версии, вот это понежнее как раз. Но объем при этом у нее суперский. То есть в образах смотрится остро. Мне эта косуха очень зашла по форме. Остальные фишки менее очевидные, можете уже подметить сами. Это, конечно же, снова украшения, очки. Ну и, в принципе, наверное, все. Номер 4, мне кажется, это самый спокойный образ на сегодня. Предупредила. Так вот, здесь фишки, которые очень легко повторить. Они прикольно работают тоже. Это сочетание двух футболок, либо лонгслива и лонгслива, либо какого-то топа плюс лонгслива. То есть когда создается, опять же, ощущение многослойности. Даже не ощущение, по факту это она и есть. Просто, например, у меня здесь это белый топ плюс очень нежный такой лонгслив из вискозы. И все это очень комфортно ощущается, потому что топ у меня еще коротенький. Абсолютно никакого дискомфорта, а образ красиво усложнен. Далее сочетание с цветом года, по факту. Вот как хотите, мне кажется, это никакой там не персиковый, а вот как раз винные оттенки, черешневые, вишневые. Вот это оно, да, просто вкуснейший цвет, который дает на самом деле много с чем себя просочетать. Вот, у меня тут на бежевой основе все. Добавляю здесь черные детали, снова этот бантик. И самый крупный элемент, который мне очень нравится, это вот такой барашек. На самом деле, когда я его выбирала для стилизации, я думала, что это будет более такая плотная, тяжелая штука. Но я в восторге осталась, когда получила эту вещь. Когда потрогала уже и на себя примерила. Она настолько легкая, какая-то воздушная. Вот эта фактура, она прям мягенькая. Короче, прям, да. Приятная вещица. Можно носить классно с леггинсами. Можно с чем-то вот таким вот, как здесь. Абсолютно везде встроится. От джинсов до кружевных юбок. Ну и что еще тут? Часы, смотрите, какие здесь необычные. Поддерживают вот это вот, как я говорю, девочковое легкое настроение. Тут красивые камушки. Вот эти вот пастельные конфетные оттенки на серебре. Мне очень нравится. Номер 5. И те, кто следит за модой активно, наверное, видели подобный образ. Но я его модернизировала по-своему. И добавила еще больше всяких приемов, фишек. Ну, например, что? Снова сочетание топа и лонга, чтобы получить какой-то вот многослой прикольный в верхней части. Дальше микро-шорты. Ну, микро это будут и насколько микро, или просто мини. Вы выбираете сами под себя. Также можно фактуру взять какую-то более плотную. Можно из эко-кожи взять вариант. Можно какой-то такой грубый трикотажик. Вот, кстати, я бы, наверное, взяла, но у меня такого нет. И на микро-шортах каким-то образом круто работают ремни. Да, как мне кажется, иногда они прям обозначают, что микрошорты у вас никакие не трусы, а все-таки вот какой-то элемент одежды полноценный. Далее, кружевные колготки. Как еще можно усилить этот прием, сделать его более свежим на текущий момент? Это сделать там какие-то дыры, порезы, разрезы. Я не пробовала еще. Может быть, попробую, покажу, что получится, если получится. Я видела несколько классных вариантов на эту общую тему, но не знаю, где люди их покупали, такие колготки.
я пока не нашла. Аксессуары я здесь беру тоже с таким подвинтаженным вайбом. Это снова те часы, браслет, очень красивые. И сумка а-ля из 90-х, которую вы видели в прошлом холле и в капсуле. Мне очень нравится их мэтч между собой. И конкретно в этом образе. Возможно, еще потому, что здесь вот такой макси, роскошный, шикарный тренч. Красивого, классического, нежного оттенка бежевого. С самой главной фишкой, которая как раз дает такую гармонию с часами и с вот этой сумкой. Массивные, хорошие плечи. Тоже что-то очень ретро. Мне так нравится, как это выглядит вообще. Особенно в сочетании с такой длиной и вот этой классической формой тренча. Прям все вот в нем как надо, чтобы это работало. Номер 6, мне кажется, он самый крейзи из сегодняшней подборки. И один из моих любимых. Здесь новое сочетание, если о приемах говорить. Брюк плюс юбки. Но мне это не брюки, а леггинсы. Далее, носочки как часть образа. Мы об этом с вами говорили в видеотрендах. Это могут быть, кстати, не носочки, а гетры еще очень хорошо работают. Кто любит что-то помассивнее, пообъемнее, вот. Я беру сюда балетки на платформе. Да, это не прием, это просто чуть-чуть ДНК моего стиля затесалась. Юбку я опять же здесь собрала при помощи ленточки сбоку. Я думаю, понятно, как это делать, это прям элементарно. Завязывается на бантик, если нужно, прячется. Можно этот бантик прям видимым и оставить. Либо же, кстати, как я и говорила, воспользоваться просто булавкой. Наверное, это будет аккуратнее выглядеть, чем с лентой. К леггинсам я беру ту уютную майку, мягенькую, из прошлого холла. Мне нравится то, что у нее есть фактура определенная. И я хочу к такой простой майке, опять же, добавить немножечко кружевной эстетики, вот этой бельевой. Поэтому здесь появляется под ней лиф, казалось бы, вообще не в тему. Но на эклектике сейчас, как я говорила, все строится, поэтому это работает очень так, как нужно. Ну и тут какая-то вот россыпь, опять ленточек украшений. Все, что интересного найдете, замиксуйте. Чем креативнее и неожиданнее это получится, тем интереснее это дополнит и острее образ. Мне кажется, вот этот crazy образ просто как нельзя лучше встроились вот эти вот часики замечательные. Тоже с сердечками, с какими-то вкраплениями цветов. Плюс мне очень нравится, как они смотрятся с вот этой голубой меховой фактурой. Что касается вот этого роскошного пиджака из эко-меха, это, кстати, как то пальто в полной длине, только уже кроп-версия. Я не смогла определиться, что я хочу постилизовать. Взяла и то, и другое. Так вот, здесь мне тоже захотелось подвернуть воротник. Я не знаю, это дало какого-то большего объема и более интересный такой вайб кардигана, что ли, плотного, не знаю, как объяснить. Более релаксовый смотрится, короче, чем если я воротничок просто отогну. Короче, такая фишка, на самом деле, клевая в плане того, как немного поменять характер образа. И последний образ, который мне нравится ничуть не меньше остальных, это сочетание, мое просто излюбленное, на самом деле, огромного худака какого-то. Вот здесь вот серый вареный вариант манекен, который просто обожаю. Опять же, я немного усложняю всю конструкцию топом снизу. Он у меня еще и полупрозрачный, что, как мне кажется, еще одну свою фишечку придает особую. По большей части за счет того, что это мэчится с вот этой полупрозрачной юбкой. И дальше еще один полупрозрачный элемент — это колготки. Ну и сам по себе отдельно трендовый. И вот, смотрите, у нас тут опять эффект прозрачного на прозрачном. Ну круто же получается вот такое наслоение. Какая-то вот фактура на фактуре, объем, в который хочется вглядываться. Видите, не обязательно это делается бельевой темой, то есть там колготки даже вот. Короче, все, что прозрачное, полупрозрачное, круто сработает с чем-то другим полупрозрачным. Сверху накидываю, опять же, классную, такую массивную, объемную косуху правильного фасона. Она здесь еще больше на контрасте играет с вот этим нежным кружевом, слоями. Ну и из интересненького тут, пожалуй, тоже низ получается у нас тотал белый. Видите, обувь продолжает вот эту всю конструкцию внизу. Такой монохром получается. И это были все образы на сегодня. На самом деле, мне кажется, они такие сложные, интересные, что... Вот мы, кстати, их снимали дольше, чем мы обычно снимаем образы. Я прям реально довольна ими, надеюсь, что они также послужат для кого-то вдохновением. Пробовать что-то новое, внедрять вот эти фишки, может быть, как-то по-своему. Да, не забудьте лайк этому видео. Пока!